Приветствую вас в этом божественном пространстве Калининградской области. Да здравствуют страны Балтии! Вопрос, который поступил от моих прекрасных подписчиков. Что делать, если болит голова? Как избавиться от головной боли? Как избавиться от страхов? Любимые, надо всегда смотреть на ситуацию наоборот. Вы знаете, проблема никогда не решается на уровне ее возникновения. Соответственно, нужно поменять уровень, с которого вы смотрите на эту проблему. Соответственно, если болит голова, а голова у нас наверху, значит, опустить ее нужно вниз. Если не можете решить какую-то задачу либо проблему, посмотрите на нее под другим углом, под другим ракурсом, с другой призмой восприятия. Во-первых, включите божественное музыкальное произведение. Вот мы практикуем слушание классической музыки во время эко-тело-ретритов. Сейчас играет, угадайте, кто? Ну, конечно же, Эдвард Грик. А что за произведение? Останется за кадром. А я вашему вниманию декларирую то упражнение, которое помогает всем от головной боли. Идем за мной. Все очень просто. Опускаем руки на землю, делаем это. Оп, а ноги наверх. Потрясти головой замечательно. Все, нет проблем. Представляете? И голова не болит, потому что вытягиваются длиннейшие мышцы головы. Более того, у нас массируются внутренние органы. И те фасции, которые отвечают за тонус, массируются автоматически. Более того, у нас миофасциальные цепи гармонизируются. Массаж тазового дна. Ой, как приятно. Все, голова как, знаете, как прозревшая, как просветленная. Стоять можно долго, все зависит от интеллекта вашего тела. Ой, как приятно, прожимаются трапеции, ромбовидные мышцы. Ой, боже, какие оргазмические ощущения. Что еще можно здесь придумать? Можно подсогнуть колени, можно их направить в сторону, можно вытянуть бедра в сторону. Божество. О, как хорошо. О, благодарю великодушно эту прекрасную стену за то, что она мне даровала такие возможности. О, божественное тело, благодарю и тебя. Ну и скомпенсируйтесь уттанасане. Пятой точкой к стене, наклониться. Я люблю вот такие покачивающие движения, вытягивающие позвоночный столб. Хочешь заговорить на английском? Вот так. Видишь?